Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. В студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Обманутые дольщики из Кирова попросили помощи у президента Владимира Путина. Видеообращение главе государства накануне его прямой линии записали покупатели квартир в доме по Горбуновой, 31. Они приобретали недвижимость 4 года назад. В 2015 году стройка была заморожена. И до сегодняшнего момента дольщики не могут добиться помощи от властей, говорится в видеообращении. Напомню, прямая линия с Владимиром Путиным пройдет в четверг, 15 июня. Она начнется в полдень по московскому времени. Дайджест недвижимости. Подготовить город к новому отопительному сезону обещают не позднее 15 сентября. Соответствующая дата указана в постановлении, опубликованном администрацией Кирова. Там также указаны основные этапы подготовки к предстоящей зиме. В частности, до 7 июля теруправление города должны разработать план проверок подведомственных зданий и учреждений на готовность к новому сезону. Теплоснабжающие организации и управляющие компании обязали разработать планы графики по проведению ремонта и профилактики практических работ. Все виды работ на сетях необходимо завершить до 10 сентября. Управляющие компании в преддверии зимы также должны установить снегоудерживающие ограждения на кровлях зданий, там, где сход снега представляет опасность для прохожих. Дайджест недвижимости. Россия поднялась в рейтинге стран с самым быстро дорожающим жильем. По данным Global House Price Index, сейчас Российская Федерация занимает 34-е место. Темпы прироста рублевых цен на жилье с начала года составили более 5%. Мировые цены на недвижимость в годовой динамике выросли на 6,5%. Это самый большой показатель за последние 3 года. Максимальный темп прироста цен почти на 18%. Второй год подряд показывает Исландия, где жилье дорожает из-за нехватки предложения при высоком спросе. В пятерку лидеров рейтинга также вошли Гонконг, Новая Зеландия, Канада и Турция. В хвосте рейтинга страны, где жилье, наоборот, теряло в цене. Это Украина, Сингапур, Греция, Тайвань и Кипр. Основной причиной проседания рынка в этих странах аналитики называют геополитические кризисы и экономическую нестабильность. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.